Ну да, иногда сквозь проходит, сквозь. Иху, всем поэт, меня зовут Артём, который для нас уберешченев. Я буду Андрей в этих еще по моему мод под названием Асуриту. Что ж, ладно. Ой. Это вот твой стиль неплохой, по-моему, да? Такой футбольный стиль, мне нравится. Так это скромно прозвучало, ну ладно. Поехали, короче. Осматривать нашу комнату пойдем. Так, хорошо. Тут у меня дом стиля футбольного поля. Тут везде эти баскетбольные мячи, что ли, да? Академия, блин, так, последняя школа. Тут зимний дайм мы едем. Когда их так не вижу, это нажимаю. Тут у нас мячный сон. Сверху ничего нет, тут ничего тоже. Да угадай, подвал будет обычный тут. Я угадал. Это стиль молодела подвала свой. Оставляйте обычных. Так, ладно. Так, новый экран занят русским. Все тут хорошо проделано. Кроме подвала. Ну ладно, подвал это не важно. Да ладно, еще как кат-сцена. Ну, дает молодец. Ой, музыка. Так, что там говорят? Убить кого-то будет. Даже идти не буду. Мне не показалось. Так. Спасибо, говорится. Это Асу. Так, что-то там будет сэмпай. То есть сэмсэй, то есть. Ой, извини, ха-ха. И что такое? Ну что-то там в первом месте, эти там, на втором и третьем. Боже, Асу победила, всех забегет. Та школа какая-то тут деревянная стала. Ну, неплохо так выглядит. Так, мяч. Могу мяч ему дать, куда-нибудь отправим. Сразу. Например, какой-то волшебник мяч держу в воздухе. Как будто какой-то странной силой. Так, ладно. Так, что куда вернулся я там? Че какой-то весовой есть? Очень странно. О, ах. Гольф-клуб. Да ладно, тоже название вещей поменялись у всех. Хорошо. Появили анимацию весла. То есть я как пришли. Может, тоже изменилось тут. Все, может быть. Так не так, не успеете ударить. Смотрите, тут видеть теннис на этой штуковины. Ракетки тут есть там. Анимация это. Так, ладно. Так, каков в виде мяча смотрите? Можно быть нарисовать вверх. Можно нарисовать мяч. Очень такая оригинальная. Какой в виде мяча нарисовать мяч? Так, ну какие-то очки тут еще есть, так, ладно. Сюда пошли с. Так, обесло. Не надо. Где флаг возьмем? Не понял, а что он уменьшил все, смотрите. Ладно, стою только рядом с флагом так. Флаг больше меня гораздо больше. Перед наполовину. Когда беру его в руки, он мешается в два раза. Что за магия такая? Блин. Так, сразу помешаю раздевалку по-быстрому. Потому что там будет у нас какая будет одежда. Только будет что-то такое сногсшибательное. Так, флаг пока уберем. Вот, ну, картинка вот такая. И такая. Бежит тут, все побеждает. Свой у нас в руки кровищи все. Так, ладно. Смотрим наш гардероб. И он пустой. Это намек, что надо его перезапускать. Да, уж ладно, давайте. Короче, перезапустил день, пьёская, это опять. Как был, исчезла. Не смог ее найти, может эту взять, обычно. Так, проверяем, что здесь у нас. Хм. Это типа костюм такой еще. Чехидеров, ну. И как там? Так, а где это возьмем? Ну, неплохо, это уже девушка. Предыдущий еще.
Так, вот так неплохо. Поехали дальше. Так, ну вроде такой плохой дизайн. По-моему. Тут, видите, нельзя плавать на исходе, или надо плавать. Короче, ладно. Опа. На челюсти. Ну и тут это уже так не получил квесту. Здесь все так хорошо сочетается. Желтое, синим, то есть голубым и черным. Вообще, шикарно это все выглядит. Также эти рисунки появились. Здесь, 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 еще тут. Неплохо. А тут, типа, еще тут такая линия забегов. Фонтан стал черный. Лавки черные. Неплохо так все выглядит тут. А что еще у нас есть? Да, потому что за оружие у нас ебут. Опа. Вот это стиль какой-то. Так, еще появился какой-то деревянный меч. Для упражнений меч. Проверяем, короче, на всех подопытных. Вот и проверили, так. И тут же спортсменами стоять в виде клубов. Так, и так. Хорошо. Флаг. Вообще у меня уменьшается там. Почему там такая еще тут циркулярка это виде мечем такая. Тоже давайте проверим сразу. Пока меня не снова уменьшилось. Так, хорошо. Хочу флаг опять снять. Не давайте уже меч возьмем. Уже да. Тогда давайте смех проверим. Тут забыл смотреть его. Не понял. Мужик, это же ногой бить и что? Мы затратаем. Законишь там. То же только сэмпай говорит. Типа хочет обогнать его еще что ли. Дайте погонять ногой стукнуть кого-нибудь. Что будет? Я думаю, ничего не будет, но не проверим все равно. Ну да, нога сквозь проходит, сквозь все. А теперь отдыхает. Так, это перед глазами я сценирую эти темные глаза, то есть синие. Так, давайте основным это безумием по-быстрому. Так, где ты? Иди сюда. Так, это пол, точнее крыша, это в виде ковра, мне кажется. В виде голубого. Так, окей, ладно, ну на этом все, да? Вот еще посмотрели, тут все узнаем. Какой такой мод, точнее, восхитительный мод, там что есть, надо туда сходить. Давай быстрее, спускаемся, большая скорость, вот тихо, помахнуть, помахнуть, все хорошо, хорошо. Хочу на ниже спуститься, так, хорошо, повышаем. Так, что такое растет тут? То какие-то ромашки, что ли, что такое? Что за растение? Ну ладно, хочу думать, нам хватит. Здесь как раз, ну да, ставьте лайк, подписывайтесь. Ну уж ладно, всем новых встреч, удачи.